31 июля 2021 года. Вот вышел в парк прогуляться. Здесь такие замечательные песни и танцы под гармошку. Давайте присоединимся к танцующим, посмотрим. Послушаем музыку. Валерий Проваленов играет. К сожалению, сегодня Зинаида Браилова заболела. Здравствуйте. Пожелаем ей здоровья. Нам без нее, конечно, грустно. Спасибо, хорошо поете. Как вас зовут, скажите? Лидия Николаевна. Лидия Николаевна. А фамилия? Печенкина. Как? Печенкина. Печенкина. Лидия Николаевна. Печенкина. Печенкина. Да. Печенкина. Печенкина. Да ей ее одинаково. Лидия Николаевна Печенкина. И Валерий Проваленов. Наш гармонист. Thank you.
Спасибо. Классно. Я знаю.
Thank you.
Thank you.
Такие замечательные песни, танцы, частушки в Орловском парке возле фонтана 31 июля 2021 года сегодня. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий Иванов.